Здравствуйте. Позавчера закончилось великое переселение моих цветов. И, конечно же, не обошлось без сюрпризов. Я обнаружила два новых цветоноса в неожиданных местах. Детку одну на цветоносе, тоже неожиданную. Хотя нет, она долго мною была ожидаема. Я никак не могла ее дождаться, но наконец-то под листиком буквально при перестановке цветка я увидела, что там уже такая детка на 2 сантиметра выросла. Вот. Сегодня, конечно же, я буду показывать пересадку растения, которое этого требует. И это было одно из открытий при переезде цветочков, что, по-моему, штуки 4 или 5 у меня растений требуют пересадки из-за того, что они уже заполонили горшок на самом деле. Вот, например, вот это мамочка. Смотрите. Это просто... как это назвать? Мамочка, причем не пересаженная, мультифлористая, из Леруа Мерлен, которую я... Смотрите, какая красота. Которую я опыляла, вот внутри такие растущие корешочки, с которой я срезала семенную коробочку. Даже все записи вот на свету, они выгорели, к сожалению. Белая мультифлора, и все непонятно. В общем, она очень ветвисто цвела, а сейчас мне придется весь горшок порезать. Я, наверное, ускорю этот процесс. Ищу место, где нет соприкосновения корней со стенками горшка, чтобы не повредить корневую. Оп! Он хорошо, он сам снимается. Ну, внизу, конечно, трудно такое место найти, где нет корней. Тут они везде. Ну ничего. Ну вот так выглядит сейчас освобожденное растение. А вот с такими потерями все это обошлось. Вот это вот от шейки, самая нижняя часть отвалилась, и вместе с ней такой замечательный корень. Ну ладно, я думаю, что у растения хватит корней, чтобы себя обеспечить. Хочу посадить вот в этот горшочек, сейчас я примерю его.
достаточно хорошо заходит сюда все. На дно выложу крупный керамзит. Вот так, как, вот такой. Потому что система закрытая. Чтобы корни в воде не жили, те, которые длинные-длинные, здесь я уложу такой крупный керамзит. Немного разведу корешки, потому что здесь на пьедестале они стоят. Ну вот задела большого нет, поэтому нужно как-то подумать над этим вопросом. Может быть, стоит горшочек побольше предложить. Хотя, наверное, я не буду этого делать, иначе я очень долго буду ждать следующего цветения. А мне бы хотелось полюбоваться на эту красоту. Один слой керамзита уберу. Останется у меня 1 сантиметр дренажа. Сразу поясню, что поливать сегодня это растение не буду. Дам ей один день на заживление ранок, чтобы они подсохли. Использовать в посадку я буду кору из леса крупной фракции для того, чтобы обеспечить хорошую проходимость воздуха. Так, вот тут беру кору из старой посадки, тоже ее буду использовать. Она прекрасно сохранилась, потому что посадки этой перевалки немного времени прошло. Внутрь побольше кусочки в пустующую, зияющую. Дыру не скажу, а что это у нас? Пустующее пространство. Так как корни орхидеи растут по внешнему контуру, это я выбираю. Выбираю в коробке кусочки коры покрупнее. Поэтому внутри образуется полость, которую я заполняю большими кусочками коры. Сейчас покажу даже. Вот такие куски. Внутрь. Потом из посадки идет кора. Из посадки, хочу заметить, в которой орхидея себя прекрасно чувствовала и нарастила вот эту бороду корней, просто огромную. В предыдущем видео растение, которое потеряло корневую, не получило из посадки своей старой ничего. А было посажено просто в кору, в закрытую систему, сверху мелкий керамзит, в посадке множественные воздушные карманы. О, смотрите, еще что нашла, пипочку, да, от корня. Все-таки повредились корни из-за того, что они очень сильно проросли в горшок, и мне не удалось аккуратно так разрезать горшок, чтобы ничего не повредить, к сожалению. Но очень надеюсь, что растение на меня не обидится и с помощью своей оставшейся корневой сможет восстановиться. Так, я пристану. Заполним. Где-то кусочки приходится проталкивать, потому что корешки
хорошо оплели. Горшочек старенький. Так что нету там. Ой-ой-ой. Нету там места, куда просунуть корни. Это я щепки вылавливаю. В археате щепки встречаются. Кору лесную-то я уже перебрала, и в ней нету мусора. А археату не перебирала, как она пришла. Так я ей пользуюсь и в процессе уже использования удаляю ненужные примеси в виде щепок, камней, кусочков дерева. Ну, а вот здесь вот дырочку увидела. Так, это большая коринка, большая не нужна. Мелкая нужна. И вот сюда еще, под корешок. Вот так выглядит, ну, плохо просвечивается, да, но вот здесь вот большие воздушные карманы, вот здесь вот полностью карманы. Я думаю, что орхидее понравится такая посадка. Я немножко ее вот так сделаю, чтобы протрясу, чтобы грунт немножко заполнил там пустоты. А сверху немного мелкого керамзита, чтобы влага не очень быстро испарялась через большие воздушные карманы. В принципе, немного места, немного таких вот дырявых мест. В основном все уже прикрыто, но все равно нужно позаботиться о том, чтобы корневая не пересохла. Так, сегодня она не поливается у меня, будет поливаться завтра. Все, всем спасибо за внимание, вот такой прекрасный результат этой мамочки. До скорых встреч!